такая заправка. Что интересно, мы думали, эта заправка не работает. Потому что, ну вот, там вот пусто, все закрыто. Пока стоим, я увидела, подъезжают машины. Думаю, ну странно. А тут оказывается вот. Сразу как бы подъезжаешь, платишь деньги. Как-то тут оплачиваешь, куда банкноты, карты и так далее. Там, что почем, там все расписано. И только потом заправляешься. Ну вот только что приезжала машина, заправились на 20 евро. 13,61 литра, 13 литров, в общем, заправили. В Польше я такого не встречала, в принципе, ну нигде, пока только в Италии мы такое видели. Что, единичка, значит? Двойка. Ну да, но я выбрал двойку.